Осознавая общность истории венгерского и казахского народа, путешественники из Венгрии приехали в Астану на Экспо. Гости признаются, что давно интересовались Казахстаном, и их интерес посетить страну также подкрепил казахстанский павильон на выставке в Милане. Приятно видеть красивые войлочные сумки на плечах туристов. Они сами создали эти изделия с орнаментами, похожими на казахские. В Казахстан мы приехали, чтобы ознакомиться с традициями вашего народа, с которым мы имеем большое родство. Мы очень чтим традицию валяния войлока. Мы открыли школу, в которой обучаем этому искусству своих юных учеников. Наши изделия и традиционные жилища, юрты из войлока, схожи с казахской культурой. Обучаться и передавать свои знания по рукоделию семья Ветромихали продолжает уже 30 лет. Мастера также занимаются продажей собственной коллекции одежды, головных уборов, ковров, аксессуаров, а также игрушек из войлока. Несмотря на большой стаж и приобретенные навыки, они продолжают оттачивать свое мастерство. Исследовать традиционные способы валяния войлока, семья Ветромихали отправляется в страны Центральной Азии. В Казахстане они впервые и хотят обмениваться опытом с местными ремесленниками. Свое 8-дневное пребывание в стране они проведут в Астане и Алматы.